Добрый день. В Москве полдень. Я снимаю погоду в Лазаревском. Но с утра просто пляжи пустынные, поэтому лучше снять сейчас, когда тут есть люди. Отдыхают, дышат свежим воздухом и, конечно, загорают. Солнышко припекает. Подписывайтесь на канал, получайте свежие видео о погоде. Температура воздуха плюс 18 градусов. А море все равно теплее. Плюс 19. Немножко штормит. Но чистое и теплое. Хорошего всем дня. Прекрасного настроения. Я бы сказала, не так уж и мало желающих позагорать.